Так, всем привет! Сегодня с вами Олечка Солнышко. Я сегодня нахожусь в метро Пупён-ёк. Здесь вот такая наша еда. Это все идет рыбное тесто в бульоне. И самое что интересно, здесь можно прямо на месте, чтобы было горяченьким, берете такую тарелочку, берете стаканчик вот таким вот образом. Я себе взяла рыбное тесто. Так, и бульон. Вот этот бульон, он очень вкусный, поэтому я его всегда пью. Набираем вот такой вот бульон. И это все делается прямо на месте. И здесь продается всякое разное рыбное тесто. Кто любит, здесь есть cheese fish cakes, есть salt fish cake, есть слайс. Потом есть слайс, это идет ступочка тунца. Потом вегетейбл, это идет овощное рыбное тесто. Потом идет перила лиф, рыбное тесто. Потом идет райс кейк, это идет сток с корейским током. Корейский ток в рыбном тесте. Потом идет hot pepper fish cakes, острый, то есть. Есть шримп, я взяла себе шримп кейкс. Потом есть сосиской, hot pepper sausage fish cakes. Есть Riot Flow Fish Cake, есть вот такие вот, как шашлычки, даже могу так сверху вам показать. Это у нас идет ассорти, то есть ассорти, если кто-то хочет, разные, сразу попробовать все в одном. Так, а я себе взяла, как всегда, получается, рыбное тесто с креветочкой. И взяла себе... И, конечно же, запиваем нашим бульончиком. Он тоже горячий. В такую холодную погоду самое то. Это просто супер. Супер вкусненько. Можно немножко добавить острого соуса. Мы добавим вот такой красный острый соус. Вот так. Соусом вообще вкусно. Я не знаю, как они делают такое вкусное рыбное тесто. Итак, оно идет именно чисто с рыбой. Очень вкусненько. Не могу понять, что оно вкус внутри, но, по-моему, только рыбное тесто. Теперь попробуем рыбную палочку. Кстати, они отличаются. Есть вот такая красненькая. Есть прям вот, как я вам показывала до этого, есть прям это острый, супер острый соус с яйцами. А есть просто в воде. Купила просто в воде, потому что острая совсем не пойдет есть. Очень вкусно, очень, друзья. Я не знаю, кто живет в Корее, кто прилетит в Корею. Советую, вы не бойтесь. Многие думают, что уличная еда, рыбное тесто, это просто гадость. На самом деле, это очень вкусно, сытно и не калорийно. Всем приятного аппетита. Всем хорошей работы. Отличного дня. С вами была Олечка Солнышко.